этот, церковь это, да? Church. Сейчас посмотрим. Написано где-нибудь? Панагода. Панагода. Церковь Панагоды. А ну-ка пойдем вот так, кружочек сделаем, посмотрим, как она выглядит. Замков сколько висит? 4. Здесь вход, да? А, да, точно. Здесь у нас вход. Литургия или как? Что-то там идет. Программа. Да, вот здесь вот, наверное, их не главный тогдашних времен захоронен, скорее всего. Так. Пойдем вот с этой стороны обойдем и дальше. Сейчас находимся в центре Салоников, в Греции. Везде граффити у них. Все, что можно было, они здесь расписали. Никто за этим не следит. Следят только те, кто пишут сверху. То есть меняют рисунок, надпись на надпись. Где? Ага, кстати, да, котяра прикольная вообще, в шляпе. Что-то там выкидывают они сверху. С окна. Хорошо, что они телевизоры кидают на голову. Так, пойдем. А вон еще, смотри. А, мы здесь были, в этом месте. Да, да, да. Были. Пойдем сейчас еще раз. Подойдем туда. Тоже она внизу находится, эта маленькая церквушка. Это у нас новые кандидаты в депутаты. Точнее, не в депутаты, а в президенты, скорее всего. Здесь сейчас выборы будут президентские. Вот еще одна такая маленькая церквушка. Находится вот так вот. Внизу тоже. Это, видать, это говорит о том, что она, здесь, по крайней мере, я так думаю, что она древняя. Потому что все, что находится внизу, это уже древние-древние строения. Они спокойно даже могут быть и до нашей. А вон там написано там что-то. Ну-ка пойдем посмотрим. Вон там тоже еще одно. Практически по всем Салоникам такие вот строения, церкви идут. Церковь сатир. Церковь как? Сатир. Сатиры? Сатир. Сатир, ага. Книга написана непонятно, в 1936 году, наверное, раскопали. А. Говорят, построили. Ну да. А построили не просто какой-то. Значит, ну, очень... давно, все древнее тут спрошу. Древнее, да. А вот 1314, да? Это может быть только 1314, но это стоит здесь. Ага, ну да. Что-то написано, что-то. Водички нет? 1314. Ну, в любом случае, да, это тех годов. Ну да, вода закончилась там уже. Оливы? Оливы, да? Ага. Вот здесь тоже это кафешка, вот это, бля, которая тебе нравится. Да? Мы вышли на ту первую улицу, да, где мы жили? Да. Мы сейчас на ней живем, просто здесь тогда. А, ну все правильно, мы на ней живем, только вот там. Вот дошли прям до нашего сторона. Да, 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 точно. Там церковь. Да. Все правильно. Так, друзья, находимся в Салониках, вот такой вот город.
Как видите, реальный город Салоники. Ну что, смотрите Анзор ТВ, двигаемся дальше в солнечную Калифорнию.